2021 год встретил нас самым холодным январем за последние несколько лет. Крещенские морозы взяли свое. Боятся ли жители города холодов и как низкие температуры влияют на состояние здоровья, кожи и волос? Ответы на эти вопросы в материале Юлии Казначеевой. Январь 2021 года выдался холодным и безснежным. По сравнению с 2020-м осадков выпало почти в 4 раза меньше, а средняя температура воздуха на несколько градусов ниже климатической нормы. Относительно теплым в регионе был декабрь, поэтому, конечно, зима должна была взять свое и ударить сильными морозами. Как вы спасаетесь от морозов? Я вообще морозы не чувствую. Я на севере живу давно, я их не чувствую, морозов. Если только сильный ветер, а когда ветра нет, все хорошо. Как от морозов спасаюсь? Бегу бегом, лицо закрываю, маской, руками. А вот как так. Переносите морозы? Нормально. Я вообще-то привыкла к морозам. Положен мороз, зима-зима на улице. Как вы думаете? Крещенские начинаются морозы, крещенские. Еще будут. А как вы спасаетесь от морозов? Дома сижу. А переносите как? Нормально, я же сильный человек. Ну, нормально, вроде не обморозились ни разу. А у вас возникают какие-либо проблемы в связи с такими холодами? Проблемы? В плане здоровья или что? Да вроде бы нет. Нам хорошо. Жители северной столицы не боятся холодов. Впрочем, следует напомнить о том, как зима с ее морозным воздухом влияет на наш организм. Например, серьезный вред минусовые температуры могут нанести внешнему виду нарьян-марочек. Стилисты поясняют, холода губительны для структуры волоса. За счет низких температур волос отдает очень большое количество влаги, поэтому его нужно хорошо увлажнять в этот период. Главное, волос в зимний период времени хорошо увлажнить. То есть это могут быть несмываемые крема, кондиционеры увлажняющие, несмываемые кондиционеры питательные. То есть, да, и, повторяюсь еще раз, хорошо их высушивать. Также мы можем использовать что в салоне? Периодически приходить в салон для того, чтобы обрабатывать сеченые кончики волос. Также глубокое кондиционирование волос, именно профессионально, которое сделает вам качественно профессиональный стилист. Чтобы узнать, каких морозов нам ожидать от января на территории округа и является ли такое похолодание климатической нормой, отправляемся на Нарьян-Марскую метеостанцию. В ближайшие дни на территории НАО ожидается усиление мороза. И в период примерно с 18 по 23 января температурный фон будет ниже климатической нормы. В начале периода примерно на 4-6 градусов, в конце периода аж на 12 градусов ниже климатической нормы. И составит температура воздуха примерно -34, -39 градусов. На следующей неделе влияние антициклона ослабеет. Ожидается небольшой снег, но температурный фон для территории Ненецкого округа сохранится ниже климатической нормы. Юлия Казначеева, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, телеканал «Север».